Здорово, подписатая. Сегодня будем хавать жареную картошку. Не просто жареную, а с колбаской. С полукопченой, потому что она так вкуснее, мне так нравится. На загрызку у нас стандартно лук, капуста. Тут морковку вы ее не видите. Ну и помидор. И перец будет у нас. Так, самое главное, у нас сегодня фотообои, костер живой. Фотообои, я там на компьютере сделал. Сегодня будет костер живой, вот он. Вот он, горит костер живой. Ну давайте, ребят, что, приступаем. Вот она, полукопчененькая. Как бы нам, чтобы фотообои были нормально видны. Нормально. Во. Так. На фотообоях даже, я смотрю, дым идет, да? А. Так. Сразу скажу, картошку я не здесь жарил, дома. Принес тут. Она горячая, только пожарил. Ну, теплый уже. Хотел сначала сегодня на костре замутить. Потом, что-то как подумал, сколько это будет заебов. И, короче... Говорю, лучше, ну, просто шашлычка, можно сарделек, но... Я вспоминаю в детстве турбату, там бабка жарила, бабка или мать, дед, в принципе, все втроем они умели. Короче, дед постоянно на сале жарил ее, картофан. Кстати, всем приятного аппетита, забыл сказать. Ну, кто хавает. Кто не хавает, тому неприятного аппетита. Главное, чтобы не загорелось. Фотообои.
Видишь, солнце неравномерно светит. А если выйдешь сейчас на солнце, это будет не айс. Пробой видно, да. Шашлычок можно уже жарить. Или сосисоны. Я все, я наелся.
Всем пока. Всем добра.